Добровольное тестирование на наркотики в школах начнется не с 1 сентября, а скорее всего с 1 октября, заявил главный нарколог Минздравсоцразвития России Евгений Брюн. Тестирование уже проходило в московских школах весной этого года. Подобные исследования также прошли и в других регионах страны. По словам Евгения Брюна, эффект от профилактических мероприятий в этой среде – снижение количества пристрастившихся к зелью в 5-7 раз. Ранее сообщалось, что наркотики употребляют 10-13% российских старшеклассников и 15-30% студентов вузов.